Сердечно играют детей и молодцы.
Ваша доступність вельми важна для нас, тому що ви з'являєтеся серцем селезіанської харизми. Нехай святарське посвячення дякона Артура стане для кожного з вас нагодою, як задуматися в тим, чи не має Бог у стосунку до вас особливого плану, чи не запрошує Бог когось з вас прийняти дар святарського покликання, дякуючи якому приноситься безкривавий віра Христа, уділяючи сакраменти і проповідується Слово Боже. І нарешті поважаний прохід нашим дякам Артуру. Ти запросив свою життю Христа. Тепер Йом з'являється господаром твоєї життя і всім у твоїй житті, і всю от Його походить і для Його дитину. Запросив свою життю так само і Його матір, який зберігає особливим чином прославляє Богом Словом Християнам. І наслідує особливу можливість випрацовує і удосконалює особливо рідне Слово, бо сьогодні тепер потрібне святе подобне до молитви, віддання, ахвяра і віри. Просим Бога Бога, від якого все походить, як пожелав спаслати свою сакраментальну моц на вечір собрання Селезіанської конгрегації, які сьогодні приймає привілей і велику ласку бути святаром Христа. Екселенція, наш достойний пастир, прошу вас означати свою прочистую Евхаристію, під час якої наш собрат, дякон Артур Яшинський, буде залічений до ліку працівників на мілі панської у якості Христа. Yeah.
Хотим, больше упомянуть до Иисуса, кажущий. Да кто же больше благодарствует, когда Иисус подвинул дитя и поставил его сегодня кажущий? Собрал им, кажу вам, коли не наверитесь и не станете ядетесь, не будете благодарствовать. Тому Божьему, кто принесет себя, крепкое дитя, то и будет больше благодарствовать. И когда кто понимает одно такое дитя у имя, то имеет не будет. Это слово. Посвящение президенту и станет святым Украинского костела.
Достойно очень. Матерь Святый Костёл просит посвятить этого нашего брата в пресбитере. Теперь аппарат лишь в его голову не дает. Погодные обладания верных и меркования отказа за подготовку кандидата свечу, что и он признан угодным верным. С допомогой Пана Бога избавца нашего Иисуса Христа выбираем этого нашего брата. Устан Пресвитера. Дякую Пану Богу. Сьогоднішнє прослужение у Пресвитера відбувається у день литургичного вспомина благословенного Стефана Шандора, Сальзянина, кардинала з Вірменії, який становиться не тільки небесним опікуном святарства будущого Пресвитера, а не так само и прикладом до наследования у монастыря Сальзианской жизни. Какие христиане, особенно Божий святар, повинен, чему научился, и что принял и пожил и бачил, то и очевидец, и Бог с упокоем будет с ним, так нарушая нас сегодня мудрые читания святого апостола Павла. То гэтыя слова сапраўды святары павінны ўзяць Бога да свайго сэрца. Хачу пажадаць табе дзякам Артуру спалучыць веру, веды, а таксама тваё жыццё, каб стаць добрым святаром і каб раз усё сваё святарскае і манаскае жыццё узрастаць у годным наследаванні Христа, у пабожнасці, у целебате и живой чистине, у стриманности от явных выгодов, у рупливости, послухмяности, покоры, а так само устали духовной интеллектуальной формации. Тому от вами, дорогой брат и дорогой сын, не бойся никого и не бойся ничего. Потому что у служения Христу, как святар, ты находишься под опекой самого Иисуса, доброго пастыря, и под опекой нашей Матери, успокоенной христиан. Памятай про это за все. И кровь верна только на веру. На выходы, когда тебе на подыкается в честь. Богу я кажу в твоем читании святый апостол Павел. Спокой Божий, який переузыходить усялякий розум, будь оберегать сердце твое и думки твои у Иисусе Христе, нашем Пане. Аминь. И повинен выказать себе одного намер принятия этих побед. Ти хочешь я скромно выполнить обязанность святарства в ступени пресвитера, как быть вступлением супрацовником бискупом у керования Божьего народа с допомогами Духа Святого? Ти хочешь годно и мудро здесь взять служебное слово, обвещающее Евангелие и наставляющее католической вере? Ти хочешь на хвалу Бога и день освящения христианского народа, сгодно с традицией костела, помочь нам из веры уцелебровать свои обети Христа, особливо Евхаристичную Ахьяру и Сократа Майонанда? Тихо чаш разом с нами просить Божьей милосердности для нарушенного народа народу, сгодно с наказом Христа, неосновно отрывающего молитве, ти хочешь еще раз ней ягнаться с Христом, наивысшим святором, який себе самого стал концерт и заданию Ахьяру за нас, и разом с ним пристрежаться к Богу, где мы исполнили его в день? Ти обязаешь в децизиальному бискупу и своему высшему настоятелю пожару и возглавляемость. Аминь.
абяцаю. Бог, які распачаў у табе добрую справу, няхай сам яе завершыць. Ты дал
Дякую тобі, особливим чином, за неприсутність тут,
мою дорогу книгу, якая выхавала мне у веры, показала шлях до Бога и навучила лучше до Тебе, Пане. Особливым чином дякую за моих настоятелей, за присутного тут ксяндза инспектора Анжеля Рудка, присутного тут делегата Виктора Гайдукевича. Дякую Тобі, Боже, за тих людей доброї волі, яких Ти мені дав, які були зі мною і будуть зі мною. Марію, з допомогою всіх християн, святого Яна Боску, святого Андрея Баболі і благословленого Стефана Шандора. Амінь.